Чтобы заболевших не стало слишком много, нужно ставить барьеры. Поэтому мы ограничили то, что не влияет ни на экономику, ни на доходы людей. Со среды временно закроем музеи. Также устанавливается запрет на массовые мероприятия с участием большого количества людей. Это спорт, развлечения, культура, выставки. Все ситуации, когда люди собираются вместе не ради работы и попросту могут заразиться. Отдельно хотел бы сказать, что мы не останавливаем тренировки и игры профессионалов. Это тоже работа, мы это понимаем, но все это будет без зрителей. Мы также ужесточаем контроль за соблюдением масочного режима. В ресторанах, барах, торговых центрах будут измерять температуру всем, кто туда приходит.